Коллектив, который выходит сегодня на сцену, это сплав музыкантов-профессионалов, достойно представляющих творческое наследие вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица», образованного в 1975 году Михаилом и Робертом Болотными. В 2010-м «Синяя птица» празднует свой 35-летний юбилей, и концерт в Кузнецке проходит в рамках большого тура. Начали свое выступление артисты золотых самых узнаваемых хитов, которые уже более 30 лет определяют репертуар вокального инструментального ансамбля. Музыка 70-х звучала в режиме нон-стоп, а так решили участники группы, чтобы у зрителей была возможность быстро погрузиться в атмосферу 70-х и насладиться звучанием золотых хитов не только группы «Синяя птица», но и других популярных исполнителей того времени. Музыканты с успехом исполнили композиции Юрия Антонова. Любовь. Об этом замечательном чувстве все песни «Синей птицы». Композиции о любви на многие годы определили стиль, вкус и манеру ансамбля. Во многом так сложилось благодаря создателю группы Роберту Болотному. Его песня «Моя любовь жива» участники коллектива считают девизом всего творчества «Синей птицы». Почему композиции «Синей птицы» до сих пор популярны и узнаваемы, хотя гремела эта группа на весь Советский Союз более 30 лет назад? Все просто. Понятные тексты, качественная инструментальная музыка никогда не перестанут быть популярными. Творчество «Синей птицы» — это определенная концепция отбора качественного репертуара и оригинальной манеры звучания, заложенной в основу коллектива Михаилом и Робертом Болотными, и трепетно оберегаемая нынешними музыкантами-профессионалами. Отсюда и большая любовь зрителя.